Конфликт в Ираке и вообще усиление геополитических рисков в странах-членах ОПЕК может помешать увеличению поставок топлива на рынок, а между тем мировая экономика набирает обороты, ей нужно больше нефти. Таков основной вывод доклада Международного энергетического агентства, представляющего интересы развитых стран. МЭА считает, что глобальный спрос будет расти на 1,3% в год и через 5 лет превысит 99 миллионов баррелей в сутки. США, по мнению агентства, будут все более активно наращивать производство и к концу десятилетия превратятся в чистого экспортера нефти.